дорогие слушатели, дорогие посетители лектория «Прямая речь». 12 марта, в понедельник, у меня там состоится очередная лекция, третья уже лекция, можно сказать, они выстраиваются в некий цикл, и она будет посвящена теме, которая сейчас меня очень сильно занимает и которая сильно занимает мировые средства массовой информации и мировые науки об обществе. Это вопрос о трансформации труда. О наступлении или не наступлении экономики посттруда, экономики постзанятости, о наступлении или не наступлении прекрасной эры всеобщего базового дохода и последствиях этого базового дохода для политических систем, для наших ценностей, для нашего образа жизни, о том, как изменятся города, если они больше не строятся вокруг больших промышленных предприятий, на которых работают массы людей, если все больше и больше людей работают удаленно, работают из дома, работают меньше, или они, наоборот, работают больше, работают они только 2 часа и 2 дня в неделю, или они работают круглосуточно. Что такое работа в экономике знаний? Что такое работа в информационном обществе? Как меняется рынок труда? Как меняются понятия о труде? Как меняются наши ценности, во многом выстроенные вокруг вот этого института работы? Что нам предстоит и что об этом думают социальные науки? Вот об этом, обо всем очень хочется рассказать 12 марта.